Быстро останавливаться на некоторых вещах принципиальных чуть подробнее, в остальном с телеграфным стилем. Итак, уважаемые коллеги, не секрет, мы уже говорили, легкий это орган-мишень, подвержен влиянию различных отрицательных факторов, внешних, внутренних, и практически всегда вовлекается в патологический процесс при любых критических состояниях. Отсюда и полиморфизм, и полиэтиологичность развития дыхательных расстройств. Старые слайды, ничего нового нет. Да, дыхательная недостаточность – одна из основных причин госпитализации пациентов, обращения к поликлинику, госпитализации в стационар и госпитализации в отделении реанимации. И опять-таки, если рассматривать структуру полиорганной дисфункции, от чего бы то ни было, в хирургии, в терапевтическом секторе, дыхательные расстройства стоят на первом месте. А уж если полиорганная недостаточность случилась, то среди других органов систем, при всех к нему уважении, дыхательные расстройства протекают и разрешаются наиболее долго. Уже говорил о проблеме доказательной медицины, вообще в реаниматологии, в респираторной поддержке. Вот прекрасная статья о улучшении выживаемости пациентов в критическом состоянии. Действительно, большие РКИ полезны, чем персонализированная медицина. Мы не уверены, отвечают авторы. Мы с ними полностью согласны. Я уже показывал этот слайд, что в РКИ невозможна реализация принципа персонифицированной медицины. Поэтому все, о чем я сегодня буду говорить, в основе анализа доказательности положен принцип хорошо известный Пайка, протокол. В основу его, конечно же, полегли материалы хорошо организованных РКИ, которые отвечают вот этому анализу протоколов вот этого. И в конечном итоге на основании этих данных даются рекомендации по методологии Грейт, от категорически за, да, необходимы нашего любимого, необходимы дальнейшие исследования. Итак, респираторный дистресс-синдром, уважаемые коллеги, изменилось несколько понимание. Это широкий спектр патологических состояний, различные этиологии, фенотипы и фенотипы СОРДС, включающих ряд из хорошо нам известных общих клинико-патологических характеристик. Очень широкий спектр этиологических факторов, неспецифические заболевания легких, и не только первичные и вторичные, но и факторы риска, о чем мы чуть позже с вами поговорим в развитии ОРДС, ятрогенные факторы, на чем мы остановимся, связаны с лечением самой респираторной поддержки. Да, берлинские дефиниции, чтобы поставить диагноз, нужно хотя бы, чтобы пип какой-то быть, а вопрос, а может быть, использовать высокопоточную оксигенотерапию. Ну и восприимчивость пациента к дополнительным повреждениям легких, вызванным самой респираторной системой, вентилятор индуцировано повреждение легких, PSI и обусловлены самой интенсивной терапией, о чем уже сказал, подробнее остановлюсь, так называемой внутрибольничной АРДС. Уже говорил, поэтому коротко остановлюсь, что действительно критерии степени тяжести на сегодняшний день несовершенны, PF-индекса мало, необходимы какие-то индексированные показатели, комплексная оценка, естественно, оценка состояния пациента, оценка внелегочных функций систем в том числе. Да, мы с вами знаем, что, это я потом скажу, фенотипы и субфенотипы РДС, вот ну наконец-то, сейчас объясню, почему наконец-то, стали выделять не только субфенотипы, фенотипы, субфенотипы и эндотипы. То есть это представляет собой четкие, специфические, воспроизводимые, этиологические, патогенетические, функциональные признаки, которые имеют, подчеркиваю, различную стадийную клиническую картину и по-разному реагируют на таргетную терапию. Почему приятно об этом говорить? Потому что еще в 2010 году ваш покорный слуга и с коллегами своей докторской диссертации показал, что даже если брать две братские могилы, прямые-непрямые повреждающие факторы, они уже имеют различный механизм патогенеза, который определяет специфические различия патоморфологических изменений людей, особенности клинических проявлений, различную клиническую картину и различную эффективность респираторных и адъювантных методов лечения. Отсюда мы показали еще тогда, что необходима дифференциальная диагностика, дифференцированное применение всех методов лечения в зависимости от этиологического фактора. На сегодняшний день это уже аксиома. Почему это важно? Вот совсем короткий пример. Например, пациентов более высокая летальность, при гипервоспалительном фенотипе, чем при гиповоспалительном. Отсюда необходимы медиаторы, прикроватные методы.
воспаления. Диффузных, а не очаговых. Чем очаговых изменений на КТ? Рекрутируемых, казалось бы, чем не рекрутируемых легких. Вот тоже интересный фактор. Более тяжелым ПОН и сопутствующих заболеваний, поэтому лечим пациентов в целом, а не только легкие. Но более высокая механическая мощность, ну тут, конечно, надо расшифровывать. Чем более повреждены легкие, тем более агрессивные параметры, отсюда более высокое новое понятие механическая мощность респираторной поддержки. И таких особенностей очень много. Поэтому возникает вопрос, который раньше возникал, сейчас уже понятно, что это не заболевание, не один синдром, это много субфенотипов. Поэтому необходимо пересматривать традиционные критерии РДС, обязательно выделять фенотипы и субфенотипы. Для чего? Для того, чтобы правильно диагностировать, своевременно профилактировать при наличии потенциальных факторов риска, персонифицировать лечение. Да, включение новых критериев усложнит своевременную и правильную диагностику, без того сложно. Но понятно, что мы будем двигаться к пересмотру существующих стандартов, дефиниций, определений, лабораторных инструментальных критериев. Новое, хорошо забытое, старое. Мы с вами знаем, что в основе нарушения гибиомеханики газообмена все-таки в конечном итоге, хотя все гораздо сложнее, лежит гипергидратация, перегазирование и нарушение легочной микроциркуляции. Нам показал ковид, насколько важен этот механизм патогенеза. Но если мы хорошо читаем книжки, классику, то мы вспомним с вами Золотокрылину, которая написала, что РДС начинается с проблем легочной микрогемоциркуляции. Помним об этом. Да, мы с вами помним, что в патогенезе РДС имеет важное значение этиологические факторы, вторичные факторы, реакция организма, принципиальная позиция. И мы говорим, повторюсь еще раз, что фенотипов выделяется много, и не буду повторяться о том, что они требуют разной диагностики и принципиально разных подходов терапевтических на разных этапах течения этого синдрома. На сегодняшний день мы понимать стали, что интенсивная терапия вносит свой очень большой вклад в развитие повреждений первично интактных легких, именно поэтому выделяется внутрибольничная, так называемая нозокомиальная литрогенная форма ОРДС, и растет частота его развития в отделении реанимации по любого профиля. В основе лежат факторы агрессии нашей интенсивной терапии и инвазивного мониторинга, и потенциальные факторы риска, которые связаны непосредственно с пациентом. Я долго не буду об этом останавливаться. Вот они, эти ведущие комплексы факторов риска. И, конечно же, на первом месте занимает перегрузка жидкости. Любой жидкости не бывает в сбалансированных растворах. Любая перегрузка, 7-минутный кумулятивный положительный баланс. Принципиально глубоко, уважаемые коллеги, это жидкость, первый сайт, куда она идет из сосудистого русла в легкие, потом уже в интерстиции кишечника и тому подобное. Нарушает биомеханику, газообмен и принципиально снижает эффективность любых методов лечения, респираторных, респираторных. Компоненты крови, да, чрезмерная медикаментозная седация имеет плеги, но только ленивый об этом не говорит, но живем там, где живем. А динамия, гиподинамия, в том числе вытекающая из чрезмерно необоснованной медикаментозной седации, да, легкие опять-таки первый орган мишени, и отсюда же вытекает рост частоты внутрибольничной инфекции, не связанной с девайсом, а именно связанной с адинамией, гиподинамией, медикаментозной седацией. Все, что связано с любыми искусственными девайсами, связанными с инфицированием функции внешнего дыхания, даже неинвазивная вентиляция легких, это все равно рост частоты развития гнойно-септических осложнений верхних и нижних дыхательных путей. Ну и уже повторюсь, не бывает безопасной респираторной поддержки, и даже неинвазивные методы могут повредить легкие не меньше, чем классические инвазивные баровалюматравмы. Не меньше, если они повреждают легкие. Много подобных шкал, так называемые располагающие факторы риска развития дыхательных расстройств у первично интактных легких, я не буду перечислять, их здесь очень многие, связаны с пациентом, с хирургическим вмешательством, с сопутствующей патологией, все они хорошо изучены, имеют свои степени градации, и мы должны это учитывать, когда к нам тяжелый пациент, тем более с высоким риском, или уже с дыхательными расстройствами попадает. И поэтому появилась концепция раннее повреждение легких.
То есть развитие обратимые, принципиально обратимые для дыхательной достаточности вследствие реализации вот всех этих потенциальных факторов риска и факторов нашей агрессии соответствующими ее критериями. И поэтому, если мы сегодня говорим о современных принципах профилактики дыхательных расстройств, то мы должны выявлять, анализировать, устранять и корректировать факторы агрессии нашей интенсивной терапии, мониторинг, лечение и потенциальных факторов риска, о которых мы только что говорили. Я не буду останавливаться на этом слайде, как поменялась концепция повреждения легких условий ИВЛ. Она не только ИВЛ повреждает, но и все наши агрессивные методы лечения, реанимационные, не только реанимационные. И концепция, что контролировать надо не только стандартные, хорошо там известные параметры респираторного паттерна, но и выявлять и контролировать асинхронии, агрессивность методов лечения, не только легочных, но и вообще пациента в отделении реанимации. Да, диагностировать своевременно ОРДС очень сложно, много работ, наиболее показательные, которые большое количество пациентов включило, показывает одно, комментирую очень просто. На ранних стадиях ОРДС, как в стационаре, так в отделении реанимации мы очень мало диагностируем. Как правило, уже на уровне тяжелого ОРДС, далеко от запущенных стадий дыхательной недостаточности. Это принципиально. Едем дальше. Поэтому, конечно же, метод улучшения ранней диагностики – это контроль всего, что я говорил, внедрение ФАС-протоколов, КТ-микрорентгенограммы, оценочно-прогностические шкалы, разрабатываем новые в том числе, автоматизирован электронный скрининг, на ОРДС он тоже есть, не буду на этом останавливаться, пока это еще не наши реалии. Разработка эффективных автоматизированных алгоритмов диагностического скрининга и коррекции интенсивной терапии, принципиальной позиции, если мы говорим о цифровой реанимации, и оптимизация критериев ОРДС, о чем я с вами говорил. Да, инновационные методы, сложные, за ними будущее, но про прикроватные тоже, которые стали сегодня прикроватные, забывать не надо. Остановимся, принципиальная позиция на перегрузке жидкости. Да, есть инфузионная терапия, положительный баланс, кратковременный, кумулятивный, легкие первые органы мишень. Принципиально, глубоко уважаемые коллеги, если мы раньше говорили о восприимчивости пациента к инфузионной терапии, пациенты-респондеры, которые нуждаются в интенсивной терапии, в отделении реанимации, практически все пациенты-респондеры, то сегодня мы говорим о переносимости пациентам инфузионной терапии. Это говорит, мы имеем в виду и объем, и скорость, и продолжительность, и понимание концепции розет, и, естественно, персонифицированное лечение. Никаких 30 мл на килограмм массы тела, всем подряд это уходит в прошлое. Инвазивный контроль, онлайн, состояние кардиогемодинамики и водных секторов. Много исследований показало, что ограничение инфузионной, агрессивной инфузионной резуситации при любом геморрагическом, травматическом, септическом шоке снижает частоту развития полиорганной дисфункции и дыхательных расстройств в первую очередь. Если мы говорим о работах, которые изучали стратегию инфузионной терапии при лечении ОРДС, а их на самом деле не очень много, и все они... Так и называют авторы, наименее удачные научные исследования деления реанимации в отношении дизайна, мощности, разногрузных групп, предвзятого отношений и так далее и тому подобное. Но несмотря на низкое качество доказательств, уважаемые коллеги, низкое качество доказательств, рекомендация GRAIT, рестриктивной инфузионной терапии на всех этапах лечения пациента в отделении реанимации и при развитии дыхательных расстройств, да. Трансфузия эритроцитов. Знаем, что лечим мы не показатели гемоглобина, а транспорт кислорода конкретного пациента. Всем им принципиально разные нужны показатели уровня гемоглобина. И мы даже не говорим о том, что ограничение трансфузии с использованием целевого уровня все-таки сокращает частоту развития дыхательных расстройств. И даже не говорим трали, а просто функционального состояния легких. Опять-таки, низкое качество доказательств не комментирую. Рекомендация GRAIT слабо за. Опять-таки много хорошо организованных работ показало, что так называемая консервативная гипотензивная стратегия интенсивной терапии при сочетанном травме геморрагическом шоке, то есть поддержание минимально достаточного артериального давления, ограничение инфузии, минимизация гемотрансфузии,
снижает частоту развития полиорганной дисфункции, легкие опять-таки на первом месте и улучшает результаты лечения. Седация, ну понятно, все знают, что для чего мы ее применяем, чтобы лучше пациент переносил все эти девайсы инвазивные, респираторную поддержку. Но, конечно же, мы делаем это в связи с нашим штатным расписанием, да и многим еще чем нашими реалиями. Ну, легче пациента заседатировать, чем разобраться, что с ним происходит. Отсюда избыточная седация до 60% у пациентов в условиях ИВЛ. А еще сколько погубило это седация в условиях неинвазивной вентиляции легких для коррекции гиперактивного нереспираторного драйва. Об этом мы не будем говорить, хотя работ зарубежных появляется много. Поэтому, конечно же, мы ни в коем случае не используем для синхронизации с респиратором наркотической аналгетики, барбитурат и бензодиазепин. Конечно же, мы всегда, если уж пользуемся, то кратковременно седативными препаратами для того, чтобы за это время разобраться в причинах несинхронии. Как правило, всегда банальные причины. Это же касается и миоплегии, чуть позже на этом остановимся. Да, на сегодняшний день я не буду останавливаться, что было про миорелаксантов, но если матчасть надо изучать на основании доказательств умеренного качества, не использовать миорелаксанты у всех пациентов, категорически против рутинного использования. Только одна релевантная работа, которая показала только один препарат при только одном формате его использования, да, можно при выраженных дисинхрониях кратковременная слабоза. На сегодняшний же день мы говорим, судя по последним рекомендациям, у пациентов с ОРДС средней и тяжелой степени, не вызваны КВЭД, не показаны рутинная непрерывная инфузия миорелаксантов для снижения летальности. Да, вопросов много. Все-таки, как быть с этим нереспираторным драйвом высоким, с риском развития неприятия моторакса, как ухаживать за пациентами, как долго, если уж применять релаксанты. Вопросов остается много, темы для исследования. Отсюда же вытекает активизация пациентов. Только ленивый сегодня не говорит про слабость, связанную с пребыванием в отделении реанимации. Еще больше это обусловлено пациентов в условиях ИВЛ, которые седатировались чрезмерно и релаксировались. Помало работ, которые сильные рекомендации за, но все мы знаем, что ранняя активизация даже пациентов в условиях низкого уровня сознания, в условиях любой респираторной поддержки, даже банальная кинезиотерапия пассивная, банальная вертикализация улучшает результаты лечения на всех этапах и отсроченные результаты в том числе. Если мы говорим о нутритивной поддержке дыхательных расстройств, то на сегодняшний день не сколько граммов белка и сколько калорий, а метаболический мониторинг, хотя бы азот мочи, потому что каждому пациенту это все персонифицировано нужно давать. Но высококалорийное питание ассоциируется с ростом летальности у пациентов в отделении реанимации, особенно с дыхательной недостаточностью. Отсюда концепция, так называемая, центрального питания и допустимого недокармливания. И отсюда контроль гипогликемии, любые эпизоды гипогликемии, связанные с этим very strict glucose regulation, более опасны, чем частые, но непродолжительные эпизоды гипергликемии. Поэтому помним об этом, слабо за рекомендация. Понятно, что легкие – это первый орган-мишень для любой инфекции внутрибольничной, и любые девайсы, даже неинвазивные, значимо увеличивают частоту этого развития, а легочная инфекция ассоциируется с более высокой летальностью. Поэтому, конечно же, пациент на ИВЛ – это не приговор, а это необходимость комплексного, комплексной противоинфекционной защиты пациента, и антибиотики здесь на последнем месте. Сильно за ковид, слава богу, научил нас мыть руки, одевать перчатки, правильно санировать пациента и т.д. и т.п. Правой желудочной недостаточности – другая тема. Все пациенты с дыхательным расстройством, тем более на ИВЛ, имеют правой желудочной недостаточности, которую сложно пощупать. Поэтому, конечно же, она причина летальности до 30% у пациентов с дыхательным расстройством. Поэтому, конечно же, не зондирование легочной артерии, но современные методы эхокардиографические – оценки состояния камер сердца, насосной функции миокарда, и отсюда вытекает у этих пациентов
и фармакологическая кардиопротекция. Именно поддержание правого желудочка у этих пациентов. Тема отдельная, принципиальная, очень интересная. Лучше профессора Козлова на сегодняшний день, думаю, кто про нее не расскажет. Традиционно низкопоточная и высокопоточная гипоксемия, оксигенация на сегодняшний день у всех пациентов с гипоксемическим дыхательным недостаточным показано использование высокопоточки, а не низкопоточки. Да, критерии эффективности это да. На сегодняшний день, да, это хорошо показано, доказано. Неинвазивка и CPAP все-таки лучше CP и P, чем сразу неинвазивку. Да, мы с вами уже показывали этот слайд. Мы должны понимать, что эффективность неинвазивки реализует за счет эффектов давления и эффектов потока. И надо это все знать. И не еще раз подчеркну, комбинировать, ротировать и сочетать разные методы неинвазивки. Маски, шлемы, высокопоточки. Скоро у нас в ближайшее время выйдет большой обзор, кому, когда и как это делать. А не просто дать маску, дать высокопоточку или надеть шлем. Конечно же, я уже говорил об этом, что оценка дыхательных расстройств, то оценка необходимых критериев интубации или критериев экстубации или снижения агрессивности вентиляции. Нужна комплексная оценка не только состояния респираторной системы пациента, но и внелегочной функции, принципиальная позиция. Если же мы говорим о газообмене, то действительно, как бы это ни звучало сложно, но для расстановки всех точек отдай, необходим контроль все-таки бюджета кислорода, доставки потребления кислорода и экстракции кислорода. Из этого все-таки никуда. Вот видоизменилась эта схема, да, баротравма от электротравмы. Мы на сегодняшний день говорим, что есть эрготравма, есть дисинхрония, что не бывает даже неинвазивка. Сегодня будет лекция по дисинхронии. Принципиальная позиция, что так же, как мы читаем в ЭКГ, так же мы должны читать хотя бы примитивный респираторный графический мониторинг, в том числе, чтобы выявлять все разнообразные, а мы должны их знать, от чего не происходит, десинхронии и корректировать их. Часто это очень достаточно просто. И не надо седатировать и тем более реализировать пациента. Графический мониторинг – эффективный инструмент выявления и коррекции бессинхронии. А вот петля давления объема уходит в прошлое. Много факторов влияет на форму этой петли. Прецессионный параметр вентиляции воняния выставим. А вот оценим рекрутабельность легких. Да, это нам поможет как один из инструментов. Настроек, ошибок при настройках респиратора очень много. Они связаны и с неправильным выбором вспомогательных и полностью управляемых режимов, с дыхательным объемом, ПДКВ, пресс-сепот с ускорением потоков. Вот все это принципиально, глубоко уважаемые коллеги. Не бывает такого, что дыхательный объем и ПДКВ важно, а все остальное нет. Не подобрали триггер, не подобрали ускорение потока, не выбрали правильный девайс. И вот вам, пожалуйста, необходимость интубации, необходимость увеличения агрессивности вентиляции, гетерогения со всеми вытекающими последствиями. Это что? Это наши данные. Аж 2004 год. Обратите внимание, глубокоуважаемые коллеги, вроде бы мы этим занимаемся, но просто короткий комментарий у этого слайда. Пациенты вроде бы соответствуют всем критериям ОРДС. Начинаем разбираться. Лазикс, рекрутинг, коррекция интенсивной терапии и оксигенация увеличивается. Стройки уже нет никаких критерий ОРДС. Настройка параметра вентиляции правильная. И уже нет ОРДС. Короткий рекрутинг, дегидратация, санат страхиобронхиального дерева, и уже многие пациенты перестают соответствовать критериям ОРДС. И из всех этих пациентов только 37% действительно имеют тяжелые дыхательные расстройства. А все остальное связано с пациентом и связано с неправильными настройками респиратора. К вопросу, что мы лечим при дыхательных расстройствах. Большие дыхательные объемы. Много было исследований. Без комментариев, на сегодняшний день, что мы имеем? У всех пациентов с ОРДС, не связанных с COVID, да, ограничивать дыхательный объем нужно. Более строгая рекомендация для пациентов с нековидным дыхательным расстройством. Но мы должны помнить с вами, уважаемые коллеги, знаете, математическую составляющую всех новомодных этих показателей, плато, driving pressure, механическая мощность, в основе все-таки лежит
пиковое давление дыхательных путях и давление плато, которое надо контролировать, более эффективный инструмент контроля. Протективная респираторная поддержка, да, допустим, гиперкапния при отсутствии ацидоза, но мы не знаем данные об осроченных эффектах. Мы должны с вами понимать, что не сам по себе дыхательный объем убивает легкие, о чем я говорил. Надо оценивать состояние респираторной системы пациента. И понятно, конечно же, нам должен быть хороший, ну, скажем так, мониторинг биомеханики. Это все понятно. Высокий и низкий ПДКВ, обратите внимание, уже нет какой ПДКВ, при какой фракции кислорода, при каком компрессии нужно ставить. Нет, ушло, слава богу. Что мы имеем в виду? Высокий ПИП, нет доказательств преимуществ в отношении выживаемости. Понятно, что чем тяжелее повреждение легких, тем, казалось бы, нужно высокий ПИП ставить, но еще раз подчеркну, нужно оценивать рекрутабельность легких для того, чтобы нам понять, каким образом эскалировать или деэскалировать, каким образом подбирать оптимальное ПДКВ и насколько высоким оно должно быть в отношении того, раскроются легкие или нет, нужно, может быть, какие-то другие методы применять. Мы отходим от рекрутинга, который был так модный, потому что у всех пациентов не показано рутинное применение маневров рекрутинга с такими давлениями. Может быть короткий рекрутинг после дисконнекции, аппаратные вдохи нам в помощь всегда, но рутинным этот метод, тем более при отсутствии опыта и современных мониторинга и современных респиратора, не используем. Пронпозиция, да, ссылаемся мы на что? Мы на сегодня ссылаемся вот на вот это исследование, но тем не менее, да, если есть вот такие показания, и если мы правильно настроили параметры вентиляции, то он позиции делаем. На сегодняшний день эти рекомендации остаются, но есть нюанс. Начинать пронирование сразу после интубации пациента при отсутствии прямых противопоказаний, сохраняющимся низким PF-индексом, несмотря на оптимизацию параметров респираторной поддержки, да, длительно используем. Критерии как можно дольше, тут тоже вопрос. Кому, когда, как? Это вопросы еще не изучены. Так же, как не изучены вопросы бронирования пациентов, не интубированных пациентов. Мало данных, хотя опыт отдельных исследований показывает, что это эффективно. И многих пациентов с COVID мы поворачивали и получили некие положительные результаты. Но вот эта технология требует дальнейшего исследования. Высокочастотка, забываем о ней в качестве моста первичной или вторичной или какого-то там третичного метода респираторной поддержки. Внутривенная ЭКМО была принципиальная, категорически против всем пациентов с ОРДС, и использовать ЭКМО, об этом я говорил, как метод снижения агрессивности вентиляции у отдельных пациентов с тяжелым ОРДС и агрессивной ИВЛ. На сегодняшний день вена венозная, да, показала значимое снижение 6-суточной летальности, однако частые кровотечения. В общем, короче, надо разбираться с этим в то же время, в том числе и изучать отсроченные эффекты этого агрессивного дорогостоящего метода. Экстракорпоральное удаление углекислоты. Да, за этим перспективы, за этим будущее, минимально агрессивные параметры вентиляции или экстракорпоральное удаление углекислоты, особенно перспективным представляется сверхмалый дыхательный объем в сочетании с этим экстракорпоральным методом. Да, и поэтому на сегодняшний день экстракорпоральный газообмен показан не только при критических гипоксемии, но и при агрессивных параметрах вентиляции, более раннее начало использования. Да, современные девайсы и перспективное, конечно, за ними есть. Кортикозависимый фенотип ОРДС на сегодняшний день известен. Мы знаем, что надо вводить болюсно с постоянной инфузией глюкокортикоиды. Именно так, а никак иначе. Мы с вами знаем, что есть рекомендации отдельные о введении метилпреднизолона к так называемым ранним или неразрешимым тяжелым ОРДС. Но
все-таки доказательств хорошо организованных мало, и поэтому наши любимые необходимо продолжение хорошо организованных исследований. Несколько работ показали эффективность стероидов при SARS-CoV-19, общее снижение летальности при раннем применении кортикоидостероидов любых. И что еще? Вазодилататоры мы не применяем на сегодняшний день. Что касается исследований, очень хорошая работа, которая показывает, что репрезентативных исследований про ОРДС 1967 года всего лишь 9 штук. А вот если мы проанализируем эти исследования, то средняя частота участия в крупных РКИ – это один пациент в отделении в месяц. И для адекватной статистической мощности, хотя бы чтобы получить снижение летальности на 6%, нужно хотя бы 2000 пациентов. То есть реализация этих исследований хотя бы с участием 25 центров 10 лет потребуется. Математика, никуда без этого не деться, к вопросу о уязвимости результатов РКИ. Помним, что пациенты с дыхательной недостаточностью болеют не только легкими, в условиях гипоксемии прогрессируют все их коморбидные патологии, часто они от этого погибают, особенно это касается пациентов с ОРДС. Мы с вами видим, что факторы риска и факторы интенсивной терапии чаще перевешивают непосредственно этиологические факторы развития дыхательных расстройств, и мы должны помнить и учитывать. И отсюда концепция «меньше лучше в интенсивной терапии», это касается всего. Если мы говорим про доказательную базу, то ограничение менее агрессивной интенсивной терапии снижает частоту развития и летальности, прежде всего дыхательных расстройств и летальности от них. Это касается любых видов шока, и септического, и несептического. Поэтому концепция вместо агрессивной максимальной медикаментозной терапии использовать интенсивную активизацию, реабилитацию пациентов, intensive care, в полном понимании смысла этого слова. И заключая, не по-научному, все-таки важно при ОРДС не перелить пациента любыми инфузионными средами, компонентами крови, не перегрузить вместо ситуации релаксантами, наркотическими, энергетическими транквилизаторами, не перекормить прежде всего парентерально, перемиссив underfeeding, лучше гипералиментации, ограничить бесконтрольное применение разных препаратов, не использовать препараты без убедительной доказательной базы, которые, к сожалению, часто применяются. Ну, я не буду останавливаться на перспективах. Перспективы светлые, как всегда. Для этого мы с вами и встречаемся. Спасибо за внимание.